Всем доброго дня! Вы на канале интернет-магазина и установочного центра frontcam.ru. У нас сегодня на установке новенький автомобиль Great Wall, модель Wingle 7. Это большой пикап. Сюда мы производили установку головного устройства, а также камеры заднего вида и парктроников. Так как это пикап, камеру заднего вида мы провели, получается, по низу автомобиля в специальной такой гофре. Камеру мы установили в ручке открывания задней крышки багажника. Владелец данного автомобиля приехал к нам на дооснащение мультимедиа, чтобы здесь был навигатор, чтобы можно было выходить в интернет. И так как автомобиль довольно-таки большой, установить сюда заднюю камеру, потому что задняя часть кузова она большая, и с помощью зеркал это не особо видно. И, соответственно, мы установили камеру заднего вида и парктроники. Головное устройство поставили от компании Litran. Она встает сюда через переходную рамку. Переходная рамка идет в комплекте. Встает сюда без каких-либо зазоров. То есть все аккуратненько и замечательно выглядит. И что самое главное, это практически на уровне глаз. То есть не нужно нагибаться вниз, потому что как в большинстве автомобилей бывает, а вот именно на доступном таком месте. В данной комплектации у нас есть кнопочки на руле, которые целиком и полностью функционируют. Покажу вам это на примере радио. Мы сможем повышать, понижать громкость, переключать треки либо радиостанции. А также эти кнопочки, получается, работают не только в радиостанции, точнее в радио, либо же когда вы будете музыку слушать, также и в других приложениях, например, там, когда смотрите онлайн-телевидение, либо же YouTube. Касательно онлайн-телевидения, здесь предустановлены уже Light TV. Из предустановленной навигации здесь есть Яндекс.Навигатор, сервис Яндекс.Музыки, сервисы Google. Есть Play Market, откуда можете загружать большинство различных приложений. Есть YouTube. Магнитола, кстати, довольно-таки шустрая. Она обладает характеристиками 4 гигабайта оперативной памяти и стоит тут 8-ядерный процессор со встроенным модемом. То есть мы можем просматривать YouTube, при этом можем, допустим, запустить навигатор. И это все у нас будет работать в двухэкранном режиме довольно-таки шустро. Только имейте в виду, что чтобы этими сервисами пользоваться, вам нужно обязательно интернет-соединение. Это вы можете подключить двумя способами. Первый способ – это с помощью раздачи Wi-Fi. Практически любой современный смартфон данную функцию поддерживает. То есть вы можете раздать интернет на магнитолу, либо же, так как в магнитоле встроенный модем, вы можете вставить в нее сим-карту. Сам слот под сим-карту, он выведен из бардачок. Это получается разъем под сим-карту. Сюда можно вставить сим-карту. И получается разъем USB для подключения внешних носителей. После того, как вы вставите сим-карту, вам необходимо будет обязательно перезагрузить устройство. Для этого мы опускаем шторку вот так вот вниз. И здесь есть кнопочка перезагрузки. Когда вы вставите сим-карту, он ее просто не сразу увидит. Устройство необходимо будет перезагрузить. Поэтому не пугайтесь, если у вас сим-карта отобразится не сразу. И по поводу подключения USB. Один разъем получается в бардачке, второй разъем у нас здесь вот штатный. Вы можете сюда подключать внешние носители. Сейчас я вам продемонстрирую, как работает задняя камера. То есть при включении на заднюю передачу у нас магнитола автоматически переходит в режим камеры заднего вида. Камера хорошего качества и с широким углом обзора. Как мы видим, вот мы бампер видим целиком и полностью, и парковаться нам будет очень удобно. И мы установили видеопарктроники. Видеопарктроники, они помимо того, как пищат, они еще измеряют расстояние до столкновения с объектом в виде цифровых значений. Свое мобильное устройство вы можете подключить по Bluetooth. Для этого вот есть кнопочка такая вот трубочки, либо же значок Bluetooth. При ее нажатии у нас открывается меню управления телефоном. Здесь вы можете, получается, выгружать телефонную книгу, набор номера можете осуществлять прямо с самой магнитолы и включать, соответственно, музыку.
Касательно громкой связи, здесь реализовано с помощью встроенного микрофона, который есть на лицевой панели. И в комплекте есть еще выносной. Мы его установили на, получается, водительскую стойку. Обязательно рекомендуем его подключить, так как он обладает гораздо лучшей связью, качеством связи. Всем спасибо за просмотр. С вами был интернет-магазин frontcam.ru. Вы можете оставить заявочку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с вами и подберут нужную вам магнитолу. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.